Вот и скажите мне, что здесь не так? Балка темная, 5,2 километра. Туристическая стоянка, второй кордон. 10,2 километра. Вот дорога нарисована прямо. Вот по этой дороге мы пошли прямо. И вышли туда, куда вышли сегодня, в никуда. Больше здесь дороги нет. Тут пошла дорога налево. Здесь у нас кусты. И вот прямо дорога. Но она никуда не ведет. По крайней мере, она не ведет туда, куда нам сегодня нужно было. Будем смотреть, сверяться с картами. Это все, конечно, хорошо, но без воды человеку никуда, увы. Можно весь день не есть, можно не спать, а вот если не попил, то все. Печаль, беда. Поэтому бутылка, тара для воды, литрушка, полторушка с собой должна быть. Водички по-любому. Без родников тут стоянка. Вообще тяжело, тяжело. Надо запасаться водичкой. Вода – это жизнь. Идем набирать воду. Разбиваем лагерь. Точнее, палатку уже поставил. Сейчас набираю водички. Готовим кушать. Разогреваем себе. Отдыхаем. Я покажу вам маленький фокус. Я понял, куда нужно было идти сегодня нам. Но, увы, не все так просто, как мы думали. Все потом. Смотрите. Была уже не была. Дойду до ванной молодости, как я ее обозвал. Я глупый, не знаю, как она называется. Стояли прошлую ночь на горном ключе от нее в метрах 50, искал воду, где только я не был. И возле усадьбы Кокараки был, и возле старого монастыря обошел, не нашел нигде. 50 метров не дошли. Я сейчас покажу вам, что мы не увидели. Дорога от горного ключа до второго кордона. А вот у нас по дороге вот такое вот замечательное место. И там вот выше есть место, где можно родничок, откуда эта вся ванная питается. Вот в свое время усадьба Кокараки питалась от вот этого самого источника. Но, увы, я-то думал, усадьба далеко, она будет рядом. А она вот расположилась точно. Рыбки плавают. Глубина, я не знаю, сколько здесь. Ну, 2 точно метра. Может, больше. Красотища. Не знаю, наверное, летом даже можно здесь и купаться. Красота. Идешь себе, никого не трогаешь. Раз, и тебя захрюкали. Вот же шел только что, 5 минут назад, следов не было. И понарыто по бокам. Я становился к тому, что какой-то кабанчик. Небольшой, но все же кабанчик. Потому что косуля, ну, вряд ли бы здесь она сильно шугливая. Вот свинка может, вот еще след. Интересно, интересно. Вот такая вот она природа. Проходил только что по воду, ничего не было. А вот уже здесь кто-то пробегал. Апофигея сегодняшнего дня. Все тот же указатель. Вот та же самая дорога. Знак прямо. Куда мы сегодня ходили? Вот туда ходили. А нет, загадка разгадана. Почему сегодня мы находили все 16 километров кругами. И вернулись на свою же стоянку рядом с горным ключом. Вот дорога пошла. Вот один камень. Там гора с камушками. Так что равняться вот теперь, ну, на такие вот указатели. Эх, вот такая вот она. Неосведомленность и собственная глупость. Ой, сейчас будем готовить ужин. Приводить себя в порядок. Читать сказки и ложиться спать. До завтра. Пока. Смешала? Кого? А, все, смешала. А что? Пока нет. Смешать я могу смешать. Сейчас просто. Нет, что? Пусто. У меня что было? Рис, мясо и горошек. Вкуснее будет. Будем есть разные блюда. Просто по половинке разобьем. И все. Поужинаем.
Ну тогда какой горошек? Наложи в ту кастрюльку маленькую, в тарелочку. Я тут помешиваю.